Всем привет, с вами Алена, и это игрушка The Room. Продолжаем проходить. Это у нас, получается, будет третий эпизод. Третий механизм, если не считать обучающий. Угу, теперь мы работаем с... Мы в прошлый раз открыли вот эту вот, то есть я сейчас сюда приблизиться уже не могу. Мы работаем со столешницей. И смотрите, как красиво вокруг. Офигеть. Ладно, посмотрим в окуляр. Угу. Что-то есть. Так, и я что-то вижу вот тут. Сюда, видимо, что-то надо вставить. Небольшое гнездо. Ладно. Но уже... Сюда ты не приближаешься, да? Ладно, посмотрим, что у нас здесь. Так, по идее, вот они тут соединились, да? А, во! Не заметила сразу. Медная ручка. Наверное, туда надо вставить. И записочка. Что-то не так. Я следовал формуле с точностью до буквы. Астерот. Астерот? Кто такой астерот? Может, астероид? Не появился. Ответы взять неоткуда. Они... Одни вопросы. Видения усилились. Они пробираются ко мне, и я не могу надолго оставаться в одном месте. А, подбираются. Я остаюсь следить за ними. На линзы доставляют боль глазам. Я смешал от нее раствор. Угу, от боли. Для тех, кто последует за мной и найдет этот дневник, я не в силах записать все это. В человеческом понимании нет способа объяснить это. Дом теперь намного больше. Здесь везде комнаты. Бу. Сюда нельзя поставить ее. Нет, это явно не для этого гнездо. Давайте вставим ручку тут. О, крутится. Надеюсь, правильно. О, да. Что-то произошло. Ух ты! Ничего себе. Non ist et astra mollis je что-то там. Я не знаю, зачем я это нажала. Ну, ладно, пусть крутится. Все, больше не хочет крутиться, ладно. Может, увижу что-то еще в окуляр. Среди откры... О! О! Ага! Так, тебя надо соединить. Так, немножечко удобнее будет это делать. Да... Загадка с объединением всей этой фигни становится все сложнее. Ага, сюда что-то надо поставить. Ткнем, посмотрим. Нет, не тычется. Тут нам подсказка говорит, лицевая сторона деревянной рамы имеет странный блеск. Ну да, мы тут как раз таки у этой рамы. Так. Это да, это лицевая сторона.
Просто очень сложно соединить эти штуки вместе. По-моему, явно чего-то не хватает. А, они крутятся! Тьфу ты! Вот так оно явно получше будет. Да. Ну, почти. Да. Я-то думаю, чё оно никак не берется. Декоративные старинные кинжалы. Куда мне этот кинжал приделать? А, так, какие-то меточки. Лесенкой, спускающейся вниз. Вот тут что-то есть. Большое круглое углубление. Ну-ка, нельзя? Нет, нельзя. Так. Оно явно автоматически раскрывается. Либо сюда надо что-то вставить. Смотрим, куда можем применить кинжал. Да уйди ты отсюда. Куда мы можем... Может, сюда? Была же подсказочка, что оно стоит в центре, да. Ого! Что ты там вытаскиваешь? Планеты! Нифига себе! Солнечная система, ребятки. Познакомьтесь. И да, вот у нас такие подсказочка, которая была. Так. Тынк, тынк, тынк. Ну. Тынк, тынк, тынк. Где-то что-то тикает. Что мы тут получили? Покрутить их никак нельзя. О, тут можно приблизить. А, вот что-то еще есть. Ну я же... А, на кнопочку-то надо ведь нажать, наверное, вот на эту. Вот, все. Отлично. Сами эти штучки сделала, а на кнопочку не нажала. Угу. Тут что-то дальше пошло, да? А, вот. Так. С чем мы тут имеем дело теперь? Наш символ и глазик. Это пошло все крутиться. Так. Ага. Теперь вот так вот надо сделать будет. Ох, ничего себе. Ладно, давайте попробуем. Я так поняла, что они остановятся в таком случае. Тынк, 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 тынк. Пуньк. Во, остановились. Теперь мы можем собрать. Нет, не крутится. Нет, пока не можем собрать штуку эту вместе. М-м-м,
Они пока не крутятся. Или я что-то делаю не так? Может, они крутятся, да я их не могу скрутить. А, во! Все. Просто не до конца дожила. Мы нашли глазик. Большой золотой амулет. Как раз таки мы видели эти впадины уже где-то вот тут. Шлеп себя сюда. Так. И планеты ушли. Что вылезет? Обратно вылезла столешница. Окей. Если мы смотрим, то у нас что-то крутится. Что-то крутится, но я не знаю, куда оно крутится и зачем. Это не у нас, видите? Так? Нет. И не так. Ладно. Может, что-то есть в центре? Ну, в центре, кроме углубления, ничего нет. Смотрим в окуляр дальше. Тут ничего не появилось. О, появилось. Так, окей. И тут, кстати, посмотрите, дырка. Так. Иди-ка сюда. Ой-ой-ой-ой. Сильно крутишься. Что можно сделать с этими фигнями? С этими фигнями явно что-то надо. А-а-а! Помогите. Ой, а оно и так видно. Давай тогда мы тебя еще раз покрутим. Что ты так покажешь? Пока ничего, да? Угу. Крутим дальше. Сказочку. Деревянная рама, через нее все четко видно. Это еще один узор для кнопок. Ну, рама-то нет. Рама не кнопка. А, еще один узор для кнопок. Все, поняла. Значит, эти сюда. Дальше. Поворачиваем еще раз. Вот до такого уровня. Вверху одна, внизу две. Все. Вот так. И открылась штука. С нашим символом тут как раз таки, который нас преследует везде. Ой, камушек, камушек.
источник энергии, использующий энергию нулевого элемента. Окей. Тык на кнопочку. Что у нас будет сейчас? Угу. Ничего нету, нету. Так, смотрим внимательно, внимательно. Ого! Опять надо будет крутить эту штуку. Ой. Смотрите, мы сюда попали. С этим элементом вроде ничего не делается. Так, если мы тебя поставим... Так, ну-ка. Кстати, опять тот символ, который был раньше. Мы его уже использовали. И тут еще символы начертаны. Так, что мы видим в окуляр? Угу. Мы можем это двигать. Ладно. Нам вот сюда все надо сдвинуть. Опа. Готово. Ого. Раскинулось море широко. Что это в тебе еще такое тут? Сюда тебя поставить? Ну на. Как вы уже в комментариях писали, действительно тут нереальные механизмы. Но это настолько круто выглядит. А я не хочу туда идти. Зачем мне туда? Глава пройдена. Достойные успехи. Да, продолжить игру. Но продолжим мы ее в следующей серии. Всем спасибо, кто смотрел. И всем пока-пока.